Мы все, конечно же, очень расстроены, что первая сеянная турнира St. Petersburg Ladies Trophy Симона Халеп не сможет продолжить борьбу из-за травмы, но она пришла к нам в студию и сейчас все сама расскажет. Симона, hello. Hello. How are you feeling? How do you feel right now? It's of course it's sad that it's injury. Is it the injury like in Australia? Yeah, I'm really sad that I had to retire here. I really played with a lot of pleasure first round, and it was really important for me to win it. But I'm sad, yeah. The knee is back. I mean, the pain is back, and I have to take like about 1 month to recover. I need this long break, and then when I will start, I have to be 100%. Симона говорит, да, конечно, ей очень печально, что не удастся продолжить борьбу, потому что первый раунд был действительно хороший для нее, получился матч, но боль в колене вернулась, и здоровье, конечно же, важнее. Сейчас ей нужно пропустить примерно один месяц, чтобы восстановиться, и тогда уже она постарается продолжить борьбу. So, how many tournaments will you skip after St. Petersburg Open? Actually, I have three tournaments now that I will not play. Fed Cup, Doha and Dubai. I cannot, and I decided to take this long break because I want to play in US, Indian Wells, in Miami. Hopefully, I will be able to play those tournaments. Мы спросили Симону, сколько турниров после Петербургского пропустит она из-за травмы. Она сказала, что она уже снялась с Кубка Федерации, снялась с турнира в Дохе и в Дубае, потому что она хочет играть американскую серию, турниры в Indian Wells и Майами, и, соответственно, хочет восстановиться именно к этому периоду. So, except the tennis, except injury, what will be your best memory of St. Petersburg Ladies Trophy? Visiting the Faberge Museum, and today, after this, I will go to visit Hermitage. I really like this city, I like these famous buildings, and the church. I saw a big church in the city, a colorful one, it's really amazing. Мы спросили Симону, что она вынесет из этого турнира, какие хорошие воспоминания. Она говорит, конечно же, посещение музея Фаберже ее очень восхитило. И сегодня она вечером направится в Эрмитаж. И действительно, она чувствует какую-то чарующую силу в Петербурге, потому что это что-то незабываемое. И прекрасные здания, строения, несмотря на то, что сейчас зима, но в любом случае ей нравится. So, what about Museum of Faberge? What impressed you the most, maybe? The eggs. The eggs, they were very, like, impressive because he was very creative and he was very generous. I heard that he was giving gifts. Everything is nice. Also, the things that he made there, also the little things for cigarettes, I think, yeah. Everything is nice, and also how clean it is inside. Мы спросили, что Симону впечатлило больше всего в музее Фаберже. Она сказала, конечно же, коллекция императорских пасхальных яиц. И она говорит, что маленькие такие детали, нарисованные штуки, которые есть как раз-таки на экспонатах, это действительно очень здорово и уникальная коллекция. Просто потрясающие какие-то маленькие вещи для сигарет, и все это потрясает. So, you have almost only right now autograph session. Do you feel the love from St. Petersburg to you? Yeah, I feel. Many people were coming and many kids. So, I love kids and it's nice to see them coming. I felt appreciated here, and that's why I'm really sad that I could not play anymore. But hopefully next year I will be back here. Симона говорит, что, конечно же, она чувствует любовь петербургской публики, потому что очень много детей пришли на ее автограф-сессии. И ей нравится фотографироваться с детьми, раздавать им автографы. И, конечно, она очень расстроена, что не смогла продолжить борьбу, но надеется вернуться сюда уже через год. So we wish you good luck, we wish you healthy, of course. And we want you to come back the next year to St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Thank you. Thank you. У нас в гостях была Симона Халеп, которая сегодня отказалась от продолжения борьбы из-за травмы колена. Но мы, конечно же, ждем Симону на следующем петербургском турнире.